Елена Панкратова из Орска – мама восьмерых детей. Весь день она в постоянной заботе о близких. Справиться со всеми делами по-хозяйски помогает система. У нас есть график дежурств. Дети все дежурят, получают оценки, потом получают призы. Получают хорошие такие вот подарки. Расписание. Обязательно расписание занятий в музыкальной школе, потому что мне надо всех проконтролировать, чтобы они вовремя ушли в музыкальную школу, чтобы они не забыли. Помимо музыкальной школы, ребята еще и спортом бывают занимаются. Дополнительно английский язык. Маша конный спорт увлекается. Поэтому вот это вот очень много. Очень большой насыщенный день. И я должна проконтролировать в любом случае, чтобы они вовремя не забыли. Ребята и сами стараются ничего не забывать. В среде многочисленных дел, например, помочь маме, хоть в огороде, хоть на кухне. Вот здесь Елена большая выдумщица. Ее кондитерское изделие, печенье под шоколадом, любят все. Для этого я взяла 200 грамм сливочного масла, 2 стакана сахара, 3 яйца и какао. Печеньки мы размачиваем в кофе растворимый, 3 в одном сладком, и укладываем на поднос, на фольгу в один слой. А до этого мы приготовили то, чем мы будем смазывать. Сахар с 3 яйцами мы растерли и поставили на маленький огонь или на водяной бане. Потом, когда сахар растворился, остудили, и потом холодное масло потерли на терке, и эту смесь мы растерли уже с маслом. И вот это из какао туда добавили. Сладости на скорую руку выручают часто. Несмотря на то, что официально Елена не работает, она лектор в культурно-просветительской организации «Радуга», активно пропагандирует семейные ценности, ведет беседы о репродуктивном здоровье.